А теперь поговорим, наверное, о самом главном. Мы все с вами застали общество, в котором мы живем. В этом обществе правят вот такие вот законы, которые, опять-таки, создали мы с вами сами. Эти законы, эти условия жизни, которые, в конце концов, это общество порождает там, отражаются на нашей жизни и здоровье. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Возникает инакомыслие. Каждый начинает отстаивать свои интересы. Если что-то он не отстоял, начинает искать виноватого. А что искать виноватого? Что ты сам сделал для того, чтобы это общество, да и твоя жизнь стала там лучше, здоровее? Что ты сделал для этого? Редко кто что-то там сделал такое. В основном приспособился, нашел там свою нишу, как зарабатывать средства и как удовлетворять свои желания. И вот когда что-то выходит за рамки, то есть тебе не позволяет удовлетворить твое желание, у тебя что-то не получается, или не дает, или еще что-то там как-нибудь. Ну и, естественно, со здоровьем проблемы. И, как правило, с жизнью проблемы, с достатком проблемы, короче, со всем проблемы. Начинаешь искать виноватого. А кто ж виноват? А виноваты это вот та вот власть, а виноваты там вот те-то там люди. То есть виноваты все, кто угодно, кроме самого человека, который не захотел менять самого себя, не приспосабливаться, а менять самого себя. И меняя самого себя, менять законы этого общества, в котором он находится, и делать его более человечным. А так мы с вами, отстаивая свои собственные интересы, да, кто там доктор, кто там целитель, кто там пациент, он же страдалец, и не получая желаемого, начинают между собой ругаться. Ругаться. И не просто ругаться, а уничтожать. И вот эта тенденция, она наблюдается, можно сказать, со времен Адама, так уж скажем. Есть кто-то успешен, кто-то стал царем, а кто-то считает, что он должен быть царем. Это так. Если брать. Кто-то считает, что надо лечить вот так. Другой считает, надо лечить вот это.
А вот самое, будем говорить, важное и правдивое, это конечный результат. Если ты больной и бедный, то меняйся сам и меняй общество, чтобы оно не порождало больных и бедных. И вот когда вот это начнет, вроде она дойти-то дошло практически до всех, но вот когда какие-то реальные действия начнутся, приниматься соответствующие законы, следиться за их выполнением, вот тогда будет совсем иное. А пока этого нету, и какая-то часть заинтересована в том, чтобы она и так и была, потому что им хорошо, ну и вот это все и будет. Поэтому, как один посетитель канала сказал, рекомендую прекратить эту тему доказательств, чистки печени или еще там что-нибудь такое. Я рекомендую, и сам я так поступаю, прекратить искать виноватых, чтобы кто-то что-то там нам доказал. Некоторые люди очень хорошо живут, они это доказали и демонстрируют. Вот. Певца не хочешь вернуть. Что прежде всего обратиться к самому себе. Постараться стать лучше во всех отношениях. Здоровье — это так, одна сторона этого процесса. Стать лучше во всех отношениях и тем самым доказать свое право на ту жизнь, которую ты живешь. Хочешь жить лучше — значит, делай. Не хочешь жить лучше — значит, певца не хочешь вернуть, значит, оставайся там, где ты есть. Хочешь изменить общество — будь активным. Ее членом, а не вялым членом. Вот мой сказ. Вот так лично я поступаю. Так я действую. Смотрю. Я прошел уже через все это. Через все эти виноватости и через все эти доказательства, и понял одно. Певца не хочешь вернуть. Если ты не меняешься, если ты сам не образовываешься, не трудишься, не пробуешь, естественно, не набиваешь себе ошибок, потом их исправляешь, потому что жизнь — сплошная череда наших, так сказать, проб и ошибок, их исправлений. Ничего у тебя не будет. А вот так вот она и идет, жизнь. Во все времена были недовольные, причем всем. Управлением, врачами, налогами. И так оно и будет и продолжаться, пока общество не изменится. А так как мы составляем это общество, каждый из нас, и вот когда это все произойдет, такая революция у нас, тогда совсем иное будет.
Вот что я хотел бы вам сказать, чтобы больше к этой теме как-то уже действительно не возвращаться, а идти вперед, что-то новое пробовать, что-то искать другое, лучшее находить, и в итоге становиться более лучшим. И это самое важное, стать самим для себя лучше, чем ты был вчера. Юрца, не хочешь вернуть?